Дальний Восток. Залив Петра Великого. Здесь лежит небольшой остров, носящий имя известного российского дипломата, адмирала, участника кругосветного плавания на фрегате «Паллада» Ефимия Васильевича Путятина. Остров Путятин. Он невелик, в любом направлении его можно пересечь за 2-3 часа. Климат острова мягкий и теплый. Высокие сопки защищают его от северных ветров. Могучие дубы соседствуют здесь с японскими кленами. Скалистые берега сменяются просторными пляжами. Окружающий остров скалы – настоящее произведение искусства. Волны, ветры, солнце и время изваяли удивительные фигуры. Почти в центре острова – Гусиное озеро. Раз в год оно покрывается как бы бело-розовой дымкой. Расцветает лотос. Поселок Путятин. Для одних это точка на карте, да и не на всякой карте отыщешь его. Для других дом родной. Одни прожили здесь целую жизнь, другие приехали сюда, казалось бы, ненадолго, да вот остались навсегда. Постоянных жителей на острове 2500, и треть населения – дети. Thank you.
не теряет связи с большой землей маленький остров. Паромная переправа доставляет на остров необходимые грузы, и едут по делам путятинцы на материк во Владивосток. Природа и география острова определили характер занятий его жителей. Одни трудятся на рыбокомбинате, другие здесь, в зверосовхозе, где выращивают знаменитую на весь мир норку. Раньше здесь выращивали только коричневых норок. Сейчас разводят и белых, и палевых, и голубых. Рыба – основное богатство острова. 40 видов камбалы обитают в здешних водах. Есть здесь сайра и скумбрия, минтай и сельдь. Уловы рыбаков на рыбокомбинате превращаются в миллионы банок вкусных консервов.
А порой в сети попадают непредвиденные дары Нептуна. Осьминоги, крабы, сельдяные акулы, неведомые глубоководные рыбы. Олень-цветок. Так называют пятнистых оленей. Из их молодых рогов, пантов, готовится ценнейшее лекарство – эликсир жизни пантокрин.
Опускаются сумерки, меркнут краски, возвращаются домой рыбаки. Мы прощаемся с этим гостеприимным островом, одним из многих тысяч наших островов.